Всем привет! В эфире телегид по полезному досугу «Соня может». Я, как человек, призванный делиться с вами новым опытом, нахожусь в постоянном поиске чего-нибудь испытательного. А испытывать, знаете ли, на себе много здоровья нужно. А поддерживать здоровье – большой труд. А как известно, любой труд должен быть вознагражден. Ну, например, красотой. Сегодня я протестирую на себе, пожалуй, самые красивые фитнес-направления в городе. Не такие, конечно, красивые, как этот тортик, но вдохновляют на усилия примерно так же. Сегодня в выпуске: йога, асаны, пилатес и гимнастика в одном гамаке, спорт на стрипах, изящные крутки в обнимку с шестом и не только, а также спецактивность для ленивых. Как красиво и с пользой полежать на тренажере Шацкого. Оставайтесь с нами и приготовьтесь к моим трюкам. Если вы мечтали, как я, однажды сесть на шпагат красиво, без хруста костей и с минимум боли от растяжек, то возьмите, распишитесь, способ найден. Аэро-йога. Достаточно молодая разновидность фитнеса. Появилась она в 2007 году благодаря танцору и цирковому гимнасту Кристоферу Харрисону, который разработал целую систему восстановительных упражнений для своей труппы. А позже ее с азартом подхватили и фитнес-адепты. Эта хрупкая, очаровательная девушка – дипломированный инструктор оздоровительного фитнеса, автор программы «Разумное тело» и руководитель студии йоги в гамаках Татьяна Другова. Аэро-йогу часто именуют антигравити или воздушной йогой. Все асаны выполняются в подвешенном состоянии. Она совмещает прямые и перевернутые элементы йоги, растяжки, пилатеса и даже немного акробатики. Звучит сложно, но, как говорит Татьяна, подобные тренировки доступны даже людям с нулевым уровнем подготовки. А еще Татьяна уверяет, что эмоции от аэро-йоги будут значительно отличаться от других видов тренировок. Ну что ж, проверим. Кстати, гамаки, в которых проходят занятия, выполнены из прочной ткани, способной выдержать до 180 килограммов. И этот факт меня очень радует. Мы сначала всегда настраиваемся на занятия. Всегда. То есть нам нужно собрать стопы, руки перед собой в намасте. Таз подкручиваем вперед. Прям вот чувствуем, что тело в одной плоскости. То есть нет естественного прогиба в пояснице. Плечи прям раз круговым движением опустили. Прям вот длинная шея. Взгляд мы можем или зафиксировать на какой-либо точке, или прикрыть глаза. Это прям на несколько секунд. Задача разминки – почувствовать свое тело, выровнять дыхание и постараться ни о чем не думать. Будем поднимать плечи, вообще классно снимает на самом деле напряжение. Максимально нелепое такое движение, сутулимся. Реально поднимаем плечи до ушей, прям вот вдох, глубокий. И все это бросить, выдох. Начинаю знакомиться с гамаком, пока еще в лайтовом режиме. Татьяна, я хочу вам сказать, что я никогда вообще в жизни ни разу не занималась аэро-йогой. Насколько мне сегодня будет сложно? Мне немного страшновато, если честно. Обещаю, что я постараюсь сделать все, чтобы не было страшно. Обычная йога, она может даваться гораздо сложнее на коврике. В гамаке гораздо легче добиться вытяжения позвоночника под собственным весом тела. Главный плюс направления – доступность для людей всех возрастов. Йогой могут заниматься и дети, и пожилые люди, беременные и только что родившие женщины. Асаны в гамаке совершенно безопасны для позвоночника из-за сниженного давления собственной массы. В таких условиях связки растягиваются и суставы встают на места. Я себя чувствую такой корягой. Нет, ставь спокойно, все получится. Так, я поставила ладони. Не бойтесь, опирайтесь в ногу, оп, гамак. Слушайте, вот это страх. Очень так. Страх. Сейчас еще вверх на пойдем. Оп. Не бойтесь. Блин, как страшно. Все. Прям ягодицы поджали. Стоим, распределяем вес тела, ноги стараемся выпрямить. Секунду, держим. Слушайте, я уже не могу. По одной ноге снимайте. Оп. Можно, да? Это были цветочки. Переходим к этапу антигравити. У нас же куча страхов, мы его принимаем и преодолеваем вместе. Булочку одну, вторую посадили. Да, все. Посадили? Булочки усажены, вроде как. Ага. Я сейчас покажу, вы не пугайтесь.
И потом вместе. Оп, коленочки в сторону. Потом носочки. И вот здесь нужно будет расслабиться. Господи. Так, вдох. Выдох. Главное не паниковать, ну правда, то есть это важно. Это важно. Вы, главное не паниковать и крепко держаться руками, на всякий случай. А были у вас тут травмы? Не было. Не было? И не будет. Вдох, выдохнули, аккуратно руками держимся и уходим корпусом назад. Уходим, руками держитесь и ничего страшного не произойдет, не бойтесь. Руками держитесь, отдайте ноги. О, Господи! Колени в сторону, в сторону. Все хорошо, отлично, супер, вот, все. Все, 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 все. Господи, я не... Все хорошо. Не страшно? Ну, как сказать, конечно, непривычное положение. Руки убираю. А ноги оставляю. Господи, вот так. Да, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Ай, меня куда-то тянет. Все куда-то хорошо, болтает. Вы зафиксированы. Как я вот смотрю? Руки прекрасно. Прекрасно? Руки вот так в локтевой замок. И надо попробовать расслабиться. Вот в этот момент происходит вытяжение позвоночника под весом собственного тела. Вы, главное, должны осознавать, что гамак вас держит. Мы аккуратно помещаем одну стопу. Если нужна будет помощь, я помогу. Вот так мне хорошо. Можем так 40 минут повисеть. Так, а здесь что у меня вытягивается? Здесь вытягивается поясничный отдел. То есть вы, если расслабляетесь, то есть ваш весь позвоночный столб становится на своем... Ручки можно, да, расслабить? Можно и ручки, и ножки, и поясницу расслабить. И вот прям полностью-полностью обмякнуть, повисеть абсолютно расслабленно. Ощущение расслабления, чтобы... Прекрасно. Отдохнули? Выдохнули? Да. Продолжаем дальше работать. Представляю, как у меня завтра будут болеть мышцы. Аккуратно, не факт. Вниз тазом спустились и расслабились. За счет вытяжения мышцы так сильно не болят. Ну что, вы выдохнули маленько? Еще чуть-чуть стрясанем? При стрессе уходит все напряжение. Главное не бояться. О, Господи, вот ваша фраза «главное не бояться» меня напугает. Вот, я подумаю над этим, может быть, ее стоит убрать вообще совсем. Руки крепко держим и резко выталкиваем ноги наверх. Оп! Нет? У вас вообще классно это получилось. Я рада за вас. Я очень за вас рада, Татьяна. Аэро-йогой у нас занимаются в любом возрасте. Есть у нас еще и девчонки в районе 55 лет, 60. Поэтому ограничений нет никаких. Но раз девчонки в 60 такое делают, попробую-ка я еще разок выполнить какой-нибудь трюк. Вдох, выдох. Выдох. Колени в стороны, в стороны, в стороны, в стороны, носочки. Оп, все, 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 все. Коленка в сторону, оп, носочки. Я даже не визжу. Угу. Все? Все, 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 да, отпускаем. О, все прекрасно. Расслабленная шея. Все, вот второй раз уже. Видите, вообще ушло не так страшно. Класс. Ой, вот сейчас мне очень кайфово. Я прям чувствую, какой у меня прилив. Это омоложение. Да, не просто фитнес, а еще и бьюти-процедура омоложения. Да. О. Ну что, пришло время расслабиться? Вот это мне хорошо сейчас. Но это, конечно, самая приятная часть тренировки. Ой, слушайте, как расслабило. Прекрасное ощущение. Прям такое, знаете, умиротворение. Еще такая музычка, благовоние. Надо открыть глаза, да? Надо встать. Это как вам будет удобно. Красота, Татьяна. Спасибо вам огромное. Невероятное ощущение я сегодня испытала. От стресса до полнейшего расслабления. Татьяна, что дает аэро-йога?
Это повышает концентрацию, внимание, то есть наш общий уровень подготовленности. Также, ну, обязательно нужно сказать, что это и самооценка. В любом случае, то есть человек, который занимается, он уже заходит в зал более уверенный в себе, волосы назад, спинка ровная. То есть, да, это сразу осанка. То есть человек прям вот несет себя в эту жизнь, он прекрасен, он доволен, он любит окружающих людей. Поэтому, ну, это вообще колоссальные положительные эмоции на самом деле. Друзья, а вот сейчас будет немного жарко и очень красиво. Сегодня я подписалась протестировать на себе pole dance, танец на шесте. Признаюсь честно, давно хотела его опробовать. Звезды наконец-то сошлись, и сегодня мой проводник в мир пластичности и грациозности Алина Черепанова, призер сибирских и российских чемпионатов по pole dance. Как можно вот так научиться шикарно танцевать на шесте? На самом деле на пилоне нет никаких ограничений, ни возрастных, ни в плане веса. Поэтому приходят девушки, женщины абсолютно разных комплекций, возрастов, профессий. В 90% случаев все затягиваются в это дело и уже потом не могут это бросить. Из чего сегодня будет состоять наша тренировка? Неужели прям сегодня вот я прям на первом занятии смогу что-то сделать на шесте? Конечно. Меня, конечно, очень вдохновляет уверенность Алины, но что-то мне подсказывает, что не все так просто. Итак, начинаем занятие с разминки. Есть у меня ощущение, что Андрей сегодня будет снимать только тебя. Разминка закончена, переходим к самому интересному. Будем осваивать базовые крутки. Прежде чем работать шестом, его необходимо протереть спиртом, чтобы руки меньше скользили. А для лучшего сцепления можно нанести на ладони магнезию, она придает липкости. Итак, что же такое pole dance? Это танец на пилоне или шестовая акробатика. В пилонном танце сочетаются элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. Друзья, это не стриптиз. На сегодняшний день это полноценный вид спорта, по которому проходят соревнования и чемпионаты во всем мире. Туфли – это просто, это просто отпад. На самом деле в них удобно. В них удобно делать различные крутки, переходы, потому что, ну, во-первых, это красиво, когда у тебя длинные ноги, ты выходишь на сцену и такой шпагат раскрываешь длинными ногами. То есть, во-первых, это эффектно. Тарам-тарам-там. Да. Там. Во-вторых, они так устроены, у них очень удобная колодка, и они гораздо удобнее обычных туфлей в плане вот выполнения именно там кувырков, каких-то различных стоек, переходов. Я была бы не я, если бы не примерила эти каблучища. Алина мне подобрала обувь. Правильно, кстати, эти туфли называются стрипы. Ну что, начнем осваивать полэкзотик. Знаю, что в это не верится, но в этих штуках действительно удобно и есть ощущение, что танцевать в них легче, чем ходить. Полдэнс делится на два основных стиля – полспорт и полэкзотик. Полспорт – это про выносливость, железные мышцы и сложные трюки на пилоне. Полэкзотик – это больше про танец, изящные, плавные, женственные движения в стрипах, не забывая про пилон, конечно же. Кстати, как все-таки правильно, шест или пилон? И так, и так. Одинаково? Есть, да, это не имеет значения, как его ни назови, функция одна. То есть многие обижаются, когда пилон, например, там сравнивается с стриптизом. Вот, это же такая тонкая грань, правда же? Особенно в понимании многих людей вообще увидеть такие стрипы, увидеть шесты, и все это значит, у нас сейчас стриптиз, ай-яй-яй, 18+. Есть такие ассоциации, да, но стриптиз это что? Это непосредственно подразумевает раздевание, а здесь мы как бы занимаемся... А здесь мы полностью одеты. Да, полностью одеты, есть специальная форма для полдэнса, да. Алин, спасибо тебе огромное за тренировку. Для меня просто сегодня открытие, как можно красиво двигаться и танцевать на шесте. Есть у меня ощущение, что я к тебе приду еще раз. Приходите обязательно. Лучше.
лучшая съемка в рамках программы «Соня может» по версии Андрея. Если про пол-дэнс и йогу в гамаках я слышала раньше, то тренажер Шацкого в Барнауле – это ноу-хау. Процедуру на тренажере по эффекту можно сравнить с фитнесом, но довольно своеобразным. То есть, если фразу «лежать по направлению к здоровому телу» визуализировать, выглядеть она будет примерно так. Надежда Крысанова – врач, физиотерапевт и руководитель филиала оздоровительного центра Олега Шацкого в Барнауле – сегодня познакомит меня с этим чудом техники. Тренажер Шацкого. На нем идет выработка электромагнитного поля. Эти волны проникают полностью через все тело человека, поэтому воздействие идет не только на мышцы напряженные, но и на внутренние органы. Внутренние органы напряжены у всех людей. Это зависит и от образа жизни, и от постоянных стрессов. Они спазмируются. Их, конечно, нужно эти спазмы убирать. Мне не терпится перейти от теории к практике, тем более, что ощущения мне Надежда обещает весьма неожиданные. Ну что ж, давайте пробовать. Так, все, зажужжал. Угу, садимся. Сажусь? Нет, сейчас еще я не включилась. А, вы еще не включили? Мне уже больно. Боже мой, какая вибрация. Еще глубже? Еще. Угу. Да, руками спокойно можно держаться, не бояться тут ничего. Как будто мой копчик просто свело судорогой. Вот, это говорит о том, что в детстве, скорее всего, было воспаление. У меня была травма копчика, два раза я его ломала. Эти травмы, они всегда чувствуются всю жизнь. Когда бы вы ни пришли после травмы здесь на аппарате, это будет ощутимо, потому что спазм сохраняется. Такая, знаете, хорошая судорога копчика. Ну, не так страшен черт, как его малюют. Да, все терпимо. Я, наверное, больше боялась. Не, но все равно ощущения очень непривычные. Совершенно верно. Наш организм так устроен. Когда сильно создается перенапряжение, импульс отключается, и мышцы очень хорошо, глубоко на клеточном уровне расслабляются. Все, ложусь. Немножко вот так вот по центру, чтобы. Да. Да. Так, чуть-чуть вперед. Еще немножко вперед продвинемся. Теперь пошел спазм в пояснице. Да, и ложимся. Дико извиняюсь за издаваемые звуки, но в данный момент они не контролируются. Постараюсь объяснить, как это работает. В месте, где находится спазм, посредством электромагнитных волн возникает очень сильная вибрация. Я бы даже сказала болевое ощущение, но вполне терпимое. Нужно потерпеть пару минут, и за счет активации движения крови, лимфы и расслабления боль начинает утихать. Это значит, спазм уменьшается. Цель этого тренажера – полное избавление от спазмов и достижение расслабления всех органов и мышц. Вот. Сколько прошло? Минуты две, наверное, да? И я прям ощущаю, что у меня поясница начала расслабляться. Вот сейчас я уже расслабляюсь, и мне даже кайфово. То есть, как только я начинаю расслабляться, и мне становится приятно, значит, надо идти дальше, да? Совершенно точно, да. Я уже начинаю получать удовольствие. Вот, вот. Это хорошо. От тренажера Шацкого. Отлично. Друзья, ну мне же мало просто ознакомиться с процедурой. Я решила еще сейчас и голову проработать на этом тренажере Шацкого. Давайте, Надежда, готова. Сейчас волос. О, Господи, меня как будто, знаете, засасывает в мурашки. Все, губы начинают неметь. Вот здесь говорить уже тяжело, скорее всего, невозможно. Я попытаюсь. О, Боже мой, как будто очень-очень тяжелый рот. Это тоже, опять же, говорит о том, что вот эти вот мышцы лица у вас находятся в напряжении. Соня – герой, потому что на первый сеанс она сразу… С головой! Сразу с головой. Еще и говорю! Все, еще и говорить может, да. Вот если соединить судорогу и покалывание током, то получится ощущение, которое я испытала.
Это действительно очень необычно и совсем не больно. По итогу, после 10-минутной процедуры, а именно столько длится сеанс, чувствуешь себя превосходно. А на следующий день я даже испытала легкую приятную боль в мышцах, прям как после настоящего фитнеса. Рельеф, конечно, на этом тренажере не накачать, но вот привести мышцы в тонус вполне реально. А еще, благодаря тому, что происходит достаточно мощный лимфодренаж, уходят объемы. Лично от меня тренажер Ушацкого лайк. Друзья, как же мне нравится испытывать на себе новые ощущения. Тренажер Ушацкого стал для меня сегодня просто открытием. И, кстати, если вы тоже любите новые ощущения, то я вам рекомендую обязательно попробовать эту новинку на себе. Можно бесконечно долго смотреть на воду, которая бежит, на огонь, который горит, и человека, который стремится к совершенству. Но помня о том, что идеал недостижим, отдадим должное тому, что в наших ежедневных силах. Например, тортику, который сам себя не съест. Это была программа «Соня может». Всем пока-пока! Скучал, мой хороший. Пойдем уже к мамочке. Как сказал Аристотель, ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, как физическое бездействие. Полностью с ним согласна и с удовольствием приглашаю вас в студию к Татьяне Друговой, где вы точно избавитесь от физического бездействия. Йога в гамаках, фитнес-йога, парная йога, а также пилатес и стрейчинг. Татьяна Другова – дипломированный инструктор оздоровительного фитнеса и автор программы «Разумное тело» уже более 10 лет помогает женщинам всех возрастов приобрести здоровое, красивое, упругое тело и уверенность в себе. Присоединяйтесь! Каждый путь начинается с одного, с первого шага. Сделайте его прямо сейчас! Малоподвижный образ жизни, боль в спине, нарушение сна, истощение и отсутствие энергии. Международный оздоровительный центр Олега Шацкого приглашает пройти процедуру, новинку в нашем городе. Тренажер Шацкого – это запатентованная технология оздоровления всего организма с помощью электромагнитного поля на клеточном уровне. Цель – избавление от мышечных спазмов, которые дают болевой синдром. Электромагнитное поле, расслабляя спазмированные органы, помогает восстанавливать их кровоснабжение и устраняет боль. В короткие сроки уходят проблемы с позвоночником и суставами. Филиал оздоровительного центра Шацкого в Барнауле находится по адресу улица Льва Толстого, 22. Первый ознакомительный сеанс бесплатно.